Начиная с 7 мая в Сергиевском районе в рамках акции «Добро рядом» силами волонтеров Дома молодежных организаций и глав поселений стартовала доставка 112 пакетов многодетным и неполным семьям с низким доходом. В каждый такой набор входят мука, крупы, растительное масло, сладости и так далее. Подобная поддержка чуть ранее уже оказана 119 семьям в трудной жизненной ситуации. Акция проходит по инициативе при участии партии «Единая Россия», а также при поддержке депутата Самарской губернской думы Андрея Кислова, предпринимателей и администрации Сергиевского района. Как всегда, эти ребята отвлекаются без всяческих проблем, вот, всегда помогают. Они приехали на своих автомобилях и все развозят самостоятельно. В 10 утра машины были загружены продуктовыми наборами в районном центре, и ребята направились по десяткам адресов. В конце апреля 148 подобных продовольственных наборов с доставкой на дом уже были переданы лицам старше 65 лет. Этой категории граждан в течение мая будут доставлены еще около 600 наборов продуктов. Я желаю всем, кто сегодня со мной поедет, оставаться на позитиве, не падать духом, иметь хорошее настроение, ну и всего наилучшего. Волонтеры Сергиевского района в преддверии Дня Победы поддержали своим участием и акцию «Мы вместе». Она включает в себя областной социально значимый проект «Вам, родные». В рамках него 17 ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим на территории Сергиевского района, с почетом и уважением будут доставлены подарочные наборы и цветы. Не остались без внимания сами добровольцы. За неравнодушие к общей задаче самые активные из них были поощрены наборами к чаю и обеспечены бесплатными сим-картами для мобильной связи. А значит, те, кто стремится помогать, всегда будут на связи, чтобы добрых дел не пришлось ждать долго. Екатерина Реснянская, Денис Ветрюк, Александр Жуков для информационной службы телекомпании «Радуга-3».